Всем здравствуйте, с вами Стокер. И наконец-то я себе купил что? Ладно, не буду вас томить. Это Sony PlayStation 2 Slim версия. Это сейчас будет видео, распаковка. Но обзор будет, конечно же, позже. Так, вот сама эта приставка вот так запечатана. Покупал я ее на сайте Torque.ua. Бэушная, конечно же. Потом на новой почте мне ее прислали. Ну и давайте сейчас посмотрим. Сейчас возьму ножницы. Теперь открываем ее. Разрезаем. Не знаю как, где тут, как-то ее запечатали так. Ну ладно, попробуем как-нибудь вот так вот. Вот так прям рву все. Боже мой, в два пакета завернули. Ну конечно, без коробки это у меня приставка, потому непонятно, почему написали типа, что оно может разбиться там такое, если она это, ну это ж приставка, а не там, не знаю, посуда. Ё-моё, сколько ее запаковали. Раз, ага, вот она. Ну теперь посмотрим на нее, давайте. Так, провода, джойстик, сама приставка. Не буду я ее раскрывать, вот там вот она. И диски. Диски это от этого человека было. Ну и сам блок питания. Без розетки, по-моему. А нет, с розеткой, вот, да? Не так. А, вот так, да, вот. Ну, в общем, вот так вот все. Так, это вот питание. Джойстик. Сами игры. Приставка. И шнуры. Вот так вот вам показал распаковку. Ждите следующее видео. Будет сама уже консоль, обзор ее.